«Ласточка» в танковых войсках. Оружие победы. Так называли эту боевую машину. Простая, надежная, неприхотливая, мощная и подвижная. Вспоминают о ней ветераны. Легендарная 34-ка в фильме «Оружие». К началу Второй мировой войны основу бронетанкового парка Красной армии составляли легкие машины Т-26 и БТ. По своим тактико-техническим данным они вполне соответствовали требованиям времени. Серьезной проверкой реальной боевой ценности бронетанковой техники стала гражданская война в Испании. СССР направил в помощь республиканскому правительству военных советников и добровольцев, а также технику и вооружение. В Испании воевало более 350 советских танков Т-26 и БТ-5. Машины были быстроходные, то есть подвижность была на достаточно высоком уровне. В общем-то, огневая мощь на то время тоже была на достаточном уровне, но защищенность оказалась недостаточной. То есть противотанковые средства, которые применяли войска Франко, а также, в общем-то, противотанковые средства эти были поставлены из Германии частично, оказались мощнее, чем то, что могла выдержать броня. Карбюраторные двигатели, работавшие на высокооктановом авиационном бензине, загорались даже от попадания бронебойных пуль противотанковых ружей и крупнокалиберных пулеметов. По итогам боевых действий в Советском Союзе были сделаны следующие выводы. Танкам необходимы противоснарядная броня, мощное вооружение, пожаробезопасный и экономичный дизельный двигатель. Опыт использования дизельных двигателей на танках в 30-е годы имелся у поляков и японцев. Польский танк модели 7ТП стал первой в мире серийной машиной с дизель-мотором. Он производился с 1932 года. Дизели устанавливали на свои серийные танки японцы, начиная с 1935 года. Танки Ха-Го, Чи-Ха и другие. Это были маломощные двигатели, первоначально разработанные для автомобилей. В 1937 году автобронетанковое управление РККА выдало Харьковскому паровозостроительному заводу техническое задание на новый танк. В результате разработки такого танка, танк по заданию должен был тоже колесно-гусеничным. Но в результате разработки танка появились как бы две его версии. Две модификации. Колесно-гусеничная, так называемая А-20, и А-32 – это, в общем-то, чисто гусеничная версия. Однако заказчик настаивал на продолжении конструирования танка в неизменном виде. Идея комбинированного колесно-гусеничного хода имела влиятельных сторонников среди руководства Красной армии. В это время по собственной инициативе инженеры Харьковского паровозостроительного завода под руководством конструктора Михаила Кошкина приступили к работе над проектом А-32. Это была принципиально новая машина, уже в первоначальном виде, носившая черты будущего танка-легенды. Удлиненный низкий корпус, противоснарядная броня, башня обтекаемой формы, мощная 76-миллиметровая пушка, чисто гусеничный привод. Таким видел свой танк Михаил Кошкин. Эта машина, без преувеличения, стала делом всей его жизни. Кошкин Михаил Ильич, конструктор бронетанковой техники. Годы жизни 1898-1940. Родился в крестьянской семье. Воевал на фронтах Первой мировой и Гражданской войн. В 1934 году окончил Ленинградский политехнический институт. С 1936 года работал начальником конструкторского бюро Харьковского паровозостроительного завода. На пути к воплощению своих идей Кошкину пришлось преодолеть серьезное сопротивление. В начале 1939 года на совещании в Кремле многие видные военачальники, включая заместителя наркома обороны Григория Кулика, высказались против модели А-32. По их мнению, колесно-гусеничный танк А-20 обладал гораздо большей оперативной подвижностью. Это качество считалось важнейшим для широкого маневра,
бронетанковые соединения можно быстро перебрасывать своим ходом вдоль линии фронта. Михаил Кошкин решительно выступил в защиту своей модели. Преимущества чисто гусеничного движителя казались ему очевидными. Простота конструкции, надежность, высокая проходимость машины. Это позволяло в перспективе резко увеличить выпуск бронетехники. Убежденность конструктора понравилась Сталину. Он поддержал Кошкина и его проект. Опытные образцы новых машин были готовы к маю 1939 года. При этом выявился немаловажный факт. Трудоемкость производства колесно-гусеничного танка А-20 оказалась вдвое больше трудозатрат на А-32. В результате испытаний этих опытных образцов оказалось, что характеристики их идентичны. Но Харьковское конструкторское бюро, в общем-то, остановилось на гусеничной версии. Ну, тут можно не то чтобы догадываться, но можно говорить о том, что, конечно же, когда привод на ведущие колеса один через трансмиссию ведет, только, допустим, через, на гусеничный двигатель, то это более надежная конструкция, чем конструкция колесно-гусеничная. Вот, поэтому приоритет они отдали этой машине. В дальнейшем на базе модификации или модели А-32 создали модель А-34. Модель эта была тяжелее, чем А-20, то есть имела лучший уровень бронирования, выше уровень бронирования. Вот. Но запаса мощности двигателя хватало на то, чтобы приводить в движение эту машину, необходимые скорости иметь. 19 декабря 1939 года совместным постановлением Политбюро ЦК ВКПБ и правительства было решено изготовить два предсерийных образца нового танка. Ему был присвоен индекс Т-34. Т-34 – средний танк образца 1940 года. Боевая масса 26,5 тонн. Длина корпуса 5,9 метра. Ширина корпуса 3 метра. Толщина лобовой брони 45 мм. Двигатель дизельный мощностью 500 лошадиных сил. Скорость до 54 км в час. Вооружение. Одна пушка калибра 76,2 мм. Два пулемета калибра 7,62 мм. Экипаж 4 человека. Корпус 34-ки сваривался из скатанных броневых плит. Верхние и нижние лобовые листы располагались под углом 60 градусов. Они защищали членов экипажа и важнейшие агрегаты машины от огня противотанковых пушек калибра 37 и 45 мм, самых массовых в то время. Люк механика-водителя находился на лобовой плите корпуса. Башня овальной обтекаемой формы делалась сварной. Для показа руководству страны танки Т-34, три опытных образца, совершили марш своим ходом из Харькова в Москву. И, в общем-то, они потом, после показа и перед показом, испытывались на научно-исследовательском бронетанковом полигоне в поселке Кубинка. И эти испытания показали, что уровень агрегатов по надежности, агрегатов этого танка, недостаточно высок. И, в общем-то, ту гарантийную наработку, которая предлагалась изначально и которая была отмечена в тактико-технических требованиях на разработку машины, 3000 километров, не выполнялись эти требования. 34-ка демонстрировала отличные характеристики уже на стадии испытаний. Но истинную ценность этой машины доказала война. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие».